Привет, Джулия. Привет, Тамара. Привет, Калоджиро. Привет, Юля. Привет. Тамара, raccontaci pure, dacci punti di riferimento per la tua sessione. Vai. Давай, Тамара, рассказывай, изложи нам свои ориентировочные аспекты для сеанса. Да, первое – это страх темноты. Я чувствую дискомфорт. Il primo punto che vorrei trattare è la paura del buio. Sento una sensazione di sconforto al buio. После родов начали проблемы с зубами. Dopo il parto ho cominciato ad avere problemi ai denti. Скажем так, с детства были проблемы с кожей. Она у меня очень чувствительная к солнцу и к продуктам питания. Sin da bambina ho dei problemi cutanei alla pelle. Mia pelle è molto sensibile al sole e all'alimentazione. Sì, puoi abbassare un po' il tuo volume, un po' di più, Giulia, per favore. Ok, дальше, Томич. Значит, врачи сказали, что у меня увеличена щитовидная железа, но она меня не тревожит. I medici mi hanno detto che la mia tiroide era ingrossata, però a me non mi reca nessun disturbo. Может, это будет важно, у меня третья группа крови резус минус. Se fosse importante, vorrei dirvi che ho RH negativo. Значит, в 2013 году у меня были папилломы, кандиломы. Я их вылечила, но сказали, что этот вирус вылечить невозможно, только залечить. Хочу узнать, или он у меня еще. Это когда было? Прости. 2013-14 год. Nel 2013-2014 ero affetta da papilloma e candiloma virus. Mi è stato detto che non è possibile di guarire da questo virus, puoi curare solo i sintomi. E vorrei scoprire se ho ancora questi virus nel mio corpo. Beh, questo non possiamo vederlo con certezza in ipnosi, però sì possiamo vedere se ci sono delle tracce esoteriche del virus. Да, мы не можем под гипнозом рассмотреть физический аспект, но мы можем посмотреть, если там что-то на эзотерическом плане, в энергетическом плане. А вот это я и хочу узнать. Sì, vorrei vedere proprio questo. А дальше, такой интересный момент. Я уже года 4 или лет 5 нахожусь в одной весовой категории, ровно 52 килограмма. Я не могу поправиться, хотя я хочу поправиться. Я не сижу на диетах, я все для этого делаю, но почему-то не могу. Allora, sono 4-5 anni che ho lo stesso peso, 52 kg. E anche se volessi ingrassare un pochino, non ci riesco. Cioè, non è che faccio dieta per mantenermi allo stesso peso, non riesco a mettere su niente. Questa c'entra molto la genetica, eh. Он говорит, что это может быть как бы генетический фактор задействован здесь. Возможно. Yes. Значит, у меня каждую ночь очень большое количество фантастических снов. Я постоянно куда-то погружаюсь, что-то делаю, кого-то спасаю. Tutte le notti faccio dei sogni di fantasia, sogni fantastici. Cioè tutte le notti mi vado da tutte le parti, vado a salvare qualcuno, vado a immergermi da qualche parte, sono abbastanza avventurosi. Дальше начинаем как бы с главных моментов, так сказать, сложности были с детства в том плане, что финансовая часть, какие-то трудности постоянно, блокировки, невозможность себя реализовать. Sin da bambina trovo difficoltà di realizzarmi, sento dei blocchi economici, nonostante ho tante idee, ma non riesco a realizzarle. Также и в отношениях такое впечатление, что это постоянно блокирует меня. Все, так сказать, отношения с мужчинами не получаются. La stessa cosa riguarda le relazioni sentimentali, come avverto un certo blocco. Tutte le relazioni che ho avuto non sono perdurate, non sono andate bene, non si riesce a continuare.
меня есть сейчас жених, мы уже 2 года в отношениях, но не получается как жить вместе с этим вместе. Это так мешает. Ho un fidanzato da 2 anni, cioè la relazione dura già da 2 anni, però non riusciamo a congiungerci come se ci fosse qualcuno che pone dei ostacoli, perché on живет в другой стране. И это тоже. Perché lui vive nell'altro paese e non riusciamo a operare. Вообще, у меня вообще получается как-то я всегда одна, потому что у меня нет братьев и сестер. У меня очень рано умерла мама. Так получается, что и с ребенком даже он часто с бабушкой проводит время. Ну, такое впечатление, как будто кто-то меня специально блокирует, чтобы я жила одна. Sono sempre sola, non ho fratelli e sorelle, mia mamma è morta quando io ero piccola, anche figlio, io ho un figlio, però anche lui passa più tempo dalla nonna, come se qualcuno mi bloccasse e mi condannasse alla solitudine. И папы у меня тоже не было. Non avevo neanche papà. Также я писала в письме, странная периодичность событий, я поняла, это обратила на это внимание. Каждые 2-3 года мне приходится что-то такое переживать серьезное. Например, смерть мамы, развод с мужем, потом переезд в другой город, смена работы. И вот сейчас серьезная болезнь моего жениха. Come avevo già scritto nei punti, prima ogni 2 o 3 anni, cioè ho avvertito che ogni 2 o 3 anni mi succede qualcosa di importante e grave nella vita, ad esempio la morte di mia mamma, poi il divorzio del mio primo marito, poi trasferimento e adesso la malattia di mio fidanzato attuale. Ну, у меня много очень друзей, я очень люблю людей. Però tanti amici, amo tanto le persone. Еще хочу посмотреть моего сына. У него все хорошо, мальчик здоровый, все прекрасно, но он тоже боится темноты. Se possibile vorrei dare un'occhiata a mio figlio, non ha dei problemi particolari, va tutto bene, però anche lui ha paura del buio. Также последнее, это посмотреть, почему так сложно удается как-то зарабатывать на людях. E l'ultima cosa vorrei capire perché faccio così tanta fatica a guadagnare dei soldi. Va bene, blocco economico. Ok. Я готова. Sono pronta. Puoi metterti comoda e cominciamo. Хорошо, тогда устраивайся поудобнее, мы начнем. Сейчас поправлю камеру, Давай. кажется, или что. Così va bene. La intravedo, sì. Да, хорошо. Плохо видно, но не важно. Adesso, Tamara, io conterò solo da 10 a 1 affinché tu possa rilassarti un po'. Закрой глаза, Тамарочка. Я сейчас просто отсчитаю с 10 до 1, чтобы ты могла расслабиться. Десять. Nove. Девять.
Adesso conto da 1 a 3. Теперь считаем от 1 до 3. Mentre conto, vai a un ricordo o a un sogno. В это время отправляйся в одно воспоминание или в один сон. Cosa stai ricordando? О чем ты вспоминаешь? Я ничего не вижу. Non vedo niente. Scegli tu un ricordo. Выбери сама какое-то воспоминание.
Quale ricordo hai scelto? Какое воспоминание ты выбрал? Non mi viene niente. Io continuo con l'induzione. Хорошо, я продолжу индукцию. Conto ancora da 10 a 1. И снова отсчитаем от 10 до 1. 10. 10. Il tuo corpo si rilassa sempre di più ad ogni mia parola. Твое тело расслабляется все больше и больше с каждым моим словом. E senti il tuo corpo appesantirsi sempre di più ad ogni tuo respiro. И ты чувствуешь, как оно тяжелее с каждым твоим словом. Девять. Senti. Questa pesantezza cominciare dai piedi. Ты чувствуешь, как эта тяжесть начинается со ступней. Восемь. Senti questa pesantezza arrivare alle ginocchia. Ощущаешь, как эта тяжесть доходит до колен. Senti le tue gambe sprofondare. И ощущаешь, что твои ноги проваливаются. Questa pesantezza arrivare al bacino. Ты чувствуешь, как эта тяжесть охватила ноги до области таза. Senti le tue gambe Что твои ноги проваливаются. Спина проваливается тяжело. Живот проваливается тяжело. Quattro.
Одного до трех. И в это время отправляйся в одно воспоминание или в один сон. Stai ricordando? О чем ты вспоминаешь? Я вроде жил, который жил раньше. Дом? Дом, да, я раньше жила, но как-то размыто. Sento di essere a casa dove ho vissuto prima, ma tutto è molto, molto vago. Sei nella tua vecchia casa? Сейчас в своем старом доме. Да, в старой квартире. Я просто вижу, где ванная горит свет, вам оставляла свет. Я вижу чуть-чуть темную тень. Sì, sono nell'appartamento dove vivevo prima. Vedo che nel bagno c'è la luce accesa, che la mamma ha lasciato la luce accesa e vedo un'ombra nera. Quanti anni hai? Сколько тебе лет? 5. 5. Dov'è l'ombra nera? A где эта чёрная тень? Она за дверью. Вижу через дверь, потому что сделали стекла. È dietro la porta, la vedo attraverso la porta perché la porta è con i vetri. Continua e dimmi cosa succede. Хорошо, продолжай, рассказывай, что происходит. Как-то размыто, я просто вижу эту картину, как застывшую. È tutto un po' vago, vedo questa immagine bloccata.
Adesso avanza nel tempo, l'immagine si sblocca e mi dici cosa succede. Теперь иди вперед во времени. Картинка разблокируется и рассказывай, что происходит. Хорошо, но я бы хотела, чтобы мне помогли избавиться от страха. Va bene, però vorrei che mi aiutasse a liberarmi della paura. Dove Dove senti la paura? ti ascoltai strach? Lì, в животе. В животе и все? Груди. Nel petto e nel ventre. La paura è una tua energia. Страх это твоя энергия. Se vuoi, la puoi eliminare, la prendi e la butti. Если хочешь, ты можешь уничтожить его. Возьми его и выброси. Prendilo, prendila, dimmi come la butti via. Возьми его и расскажи мне, каким образом ты выбрасываешь его. Вытаскиваю. Делаю как шар. La tiro fuori, faccio una pallina. E dov'è che lo devo buttare? Apri un portale e la butti. Открой портал и выброси его в него. Quando l'avrai buttata via, non mi sa. Дашь знать, когда это будет сделано. Adesso dimmi se hai paura. А теперь скажи мне, тебе еще страшно? Странное ощущение, я вообще какое-то напряжение в себе. Ho una sensazione strana, sento una sensazione di tensione dentro di me. Anche la tensione, la prendi e la butti via. И это напряжение тоже. Собери его и выброси. Hai fatto? Готово? Adesso continua in questo ricordo e mi dici cosa succede. Хорошо, теперь продолжай в этом воспоминании и рассказывай, что происходит. Она как слайдами, эта картинка. Сейчас я вижу какую-то сверху, над кроватью стоит рептилия. Adesso vedo che sopra il letto, c'è un rettile. L'ombra era del rettile? И та тень была, принадлежала рептилии? Я думаю, да. Credo di sì. Osserva se l'ombra è il rettile che è sul letto. Посмотри, эта тень принадлежит рептилии, который находится над кроватью. Очень размытая картинка пропадает. L'immagine che svanisce. No, va bene, fa niente. Tu continui in questo ricordo e mi racconti che succede. C'è un rettile nel letto, poi continua. Хорошо, неважно. Продолжай в этом воспоминании. Есть некая рептилия возле кровати. Что дальше? А он просто стоит, смотрит на меня. Сталия мио серво. Vai avanti fino ad un momento interessante. Проматывай время вперед до какого-то интересного момента. Il rettile fa qualcosa? Рептилия что-то делает? Immagine звонище. Esci da questo ricordo. Выходи из этого воспоминания. E adesso andiamo alla causa esoterica della tua paura del buio. А сейчас мы отправимся к эзотерической причине
твоего страха темноты. Dove sei? Где ты? Опять в комнате. Де ново nella stanza. Quindi la paura che hai buttato via è nata a causa di questo rettile? Получается, тот страх, который ты выбросила, он зародился в тебе из-за той рептилии? Да. Sì. Bene. E adesso osserva se questo rettile, o rettiloide, è collegato con te. А теперь посмотри, этот рептилоид, он подсоединен к тебе? Come lo vedi collegato a te? Каким образом ты видишь, что он подсоединен к тебе? Какими-то энергетическими нитками. Филаменты энергетичи. In quale parte del tuo corpo sono attaccati questi filamenti? В какой части твоего тела приклеены эти энергетические нити? Una sensazione che mi avvolgono tutta. Ok. A parte questo rettiloide, sei collegata a qualche altro essere? Хорошо, кроме этого рептилоида, ты подсоединена еще к какому-то существу? Вроде бы увидела голову какого-то насекомого, но опять же таки очень размыто. Sembra che ho intravisto la testa di un insetto, però anche questa immagine era vaga. Bene, adesso facciamo così, andiamo al momento presente da dove io ti sto parlando. Хорошо, давай сделаем так, давай отправимся в настоящий момент, откуда я с тобой разговариваю. Что-что? Era l'amantide. E adesso vediamo al momento attuale quali esseri stanno con te o ancora con te. Давай посмотрим сейчас, настоящее время, какие и сколько существ находятся рядом с тобой или в тебе. Adesso di a tutti gli esseri che stanno con te di presentarsi davanti a te tutti. Теперь прикажи всем существам, которые пребывают с тобой, представиться и встать перед тобой. Dimmi quanti esseri ci sono. Скажи мне, сколько там существ? Юль, меня что-то блокирует. Картинка опять пропала. Qualcosa mi blocca, l'immagine è svanita di nuovo. Dimmi se c'è il rettiloide davanti a te. Скажи, перед тобой есть рептилоид? Знаешь, как будто появляется, пропадает, появляется, пропадает. Appare, sparisce, appare, sparisce. Vabbè, l'importante è che sia lì, lo sappiamo. Хорошо, sembra che c'era l'immagine anche di felinoide. Bene, allora abbiamo visto un rettiloide, un insettoide e un felinoide, è corretto? Хорошо, получается, мы увидели рептилоида, филиноида и инсектоида. Это правда? Мне еще почему-то лезет в голову большой синий осьминог, фиолетовый. E poi mi arriva in testa un grosso polpo di colore viola. Bene, e mettiamo anche un polpo, ok. Хорошо, запишем и осьминога. Dimmi se c'è qualche altro essere. Скажи мне, есть еще кто-то другой? Вроде бы что-то видно было какого-то дракона. Но тоже так, мимо секунда. Per una frazione di secondo ho visto anche un drago. Beh, vedi qualcos'altro? Che еще что-то видишь? Нет, но у меня почему-то мандраж. No, però comincio a tremare. È normale. Это нормально. Adesso dimmi, il rettiloide a quale animale assomiglia più o meno? Хорошо, а теперь скажи мне, этот рептилоид, на какое животное он похож более-менее? На игуану. Игуану.
E l'insettoide? Insectoid? Bogomol. Mantide. E il felinoide? Филиноид. А вот филиноид, такое впечатление, знаешь, как статуэтка черной кошки. Come se fosse la statua del gatto nero. Dimmi, questi esseri collaborano tra di loro o sono indipendenti? Скажи мне, эти существа, они сотрудничают друг с другом или они сами по себе? Да, сотрудничают. Си коллаборан. Collaborano tutti insieme? Они все вместе сотрудничают? Мне не поступает информация, что нет. Поступает, что да. Non mi arriva parola no, mi arriva sì. Chi è il capo tra questi cinque esseri? Хорошо. А кто начальник этих пяти существ? Поступает. Sembra sia il drago. Come si chiama il drago? Как зовут этого дракона? Поступила zero. Zero. Ok. Qual è la funzione del drago? Хорошо, какую функцию выполняет дракон? Руководит. Частище. Qual è la funzione del rettiloide? А рептилоид какую функцию выполняет? Питается энергией страха. Si alimenta della mia energia, della paura. Qual è la funzione dell'insettoide? A funzione insectoide? Vedi che genitali. Sembra genitali. Qual è la funzione del felinoide? Funzione filenoide. Controllo dei miei pensieri, qualcosa del genere. Del polpo? Asminoga. Wislemi. Anche quella la gestione dei pensieri. Perché questi esseri stanno con te? Cosa vogliono da te? Почему эти существа пребывают с тобой? Чего они от тебя хотят? Энергию. Per far cosa? Для чего? Алиментацион. E cosa ci fa l'amantide nel tuo apparato genitale? А что Богомол делает с твоими органами гениталий? Поступает информация в эксперименты. И arriva informazione, sperimenti. Adesso dimmi. Меня трясет и руки вспотели. Это нормально? Ho le mani sudate e tremo tutte, è normale? Sì, è normale, sì. Voglio Da, normale. dire, sei davanti a cinque esseri extraterrestri, mi sembra il minimo, no? Перед тобой пятеро инопланетных существ. Это нормально, что у тебя Però se мандраж. vuoi... Они как будто от меня прячутся, они смазанные. Loro come se volessero nascondersi da me. Sai perché si nascondono? Ты знаешь, почему они прячутся? Думаю, да. Крадудиси. Dimmi perché. Скажи мне, почему? Потому что я сильнее. Perché io sono più forte. E loro come fanno a saperlo? А они откуда знают?
l'età donna. Lo sapevano da tanto tempo. E perché? Chiedi loro perché stanno ancora lì se sanno che tu sei più forte. А теперь спроси у них, почему они все еще там, если они знают, что ты сильнее? Я поступила, потому что я вкусная. Mi è arrivato perché sono buona, saporita. Adesso dimmi, chi ti ha causato la paura del buio? Хорошо, а теперь скажи мне, кто тебе спровоцировал страх темноты? Оказывает рептилоид. Rettile, l'immagine del rettile. Chi ti ha causato, se c'è una causa esoterica, problemi ai denti? Если есть эзотерическая причина, то кто тебе спровоцировал проблемы с зубами? Не вижу. Non vedo. Osserva se c'è una causa esoterica dipendente da questi esseri per i tuoi problemi di pelle. Посмотри, есть ли эзотерическая причина, зависящая от этих существ, и твоих проблем с кожей. Показалось одновременно осьминог и этот богомол. Polpo e mantide nello stesso tempo. Но сейчас я еще вижу вот эти энергетические нити, которые меня обволакивали. Ma vedo adesso anche questi filamenti energetici che mi avvolgevano. E chi ti ha creato problemi alla tiroide? А кто тебе создал проблемы с щитовидкой? Non si capisce, non vedo. E dimmi, c'è una causa esoterica alla tua stabilità di peso? А есть эзотерическая причина того, что ты уже столько лет имеешь один и тот же вес? Почему-то в голову полез феленоид. Non so perché mi è venuto in mente felinoide. E dimmi, c'è una causa esoterica ai tuoi blocchi economici? Есть эзотерическая причина твоих блокировок в финансовой сфере? Не вижу, просто ничего, я опять размазана. Adesso non vedo niente di nuovo. E dimmi se c'è una causa esoterica che interviene nelle tue relazioni sentimentali. Есть эзотерическая причина, которая встревает в твои отношения с мужчинами? Богомол. Ламантиды. Ok. Beh, adesso che hai visto quali sono le cause esoteriche dei tuoi problemi. Ah, ecco, come dimenticavo questo, scusami. Osserva se c'è una causa esoterica. No. Aspetta. Osserva se nel tuo corpo vedi esotericamente il virus del papilloma e del candiloma. Посмотри теперь в своем теле. Ты видишь в нем на энергетическом плане присутствие вируса папилломы и кандиломы? Sì. Come li vedi? Хорошо. Как ты это видишь? Знаешь, как сканер, и он я как просвечиваю, и какие-то черные точечки вижу. Sto scannerizzando il mio corpo e vedo la presenza dei puntini neri. E qual è la causa di questi puntini neri? E какова причина этих черных точечек? Из-за чего? Показывает мне Богомол. Vedo l'immagine dell'amante.
E osserva tutti questi esseri in quale maniera sono collegati a te. Osserva se nel tuo corpo ci sono degli impianti. А теперь рассмотри, каким образом все эти существа подсоединены к тебе. Посмотри, в твоем теле есть какие-то устройства? Вроде бы как по лбу есть какая-то пластина. Sembra ci sia una placca nella fronte. Да. Там вот в кишечнике эти точки, кои пунтини нери на лентестину. Вроде бы больше нигде. Sembra nient'altro. Osserva nel tuo ventre, nella tua zona genitale. Хорошо, посмотри себе в живот, в область гениталий. Плохо все видно, только это увидела и все. Vedo tutto vagamente, ho visto solo quello di quale ho E parlato. почему это сложно отсканировать свое тело? Faccio fatica a scannerizzare il mio corpo. Non importa. Adesso solo voglio sapere se, visto tutto questo, vuoi che questi esseri si disconnettino da te. Хорошо, неважно. Я сейчас хочу только знать, после того, как ты это увидела. Ты хочешь, чтобы эти существа отсоединились от тебя? Я хочу, и я сейчас увидела какую-то книгу, которую я контракт подписываю с этим филиноидом. Sì, lo voglio e adesso vedo un libro come se sto firmando un contratto con questo felinoide. In quale momento lo stai firmando, questo contratto? Когда ты его подписываешь, этот контракт? В какой момент? Я показываю перевод. Vedo l'Egitto. Va bene. E allora, intanto dimmi quanti contratti hai firmato che sono attivi ad ora. Хорошо, скажи мне, сколько контрактов ты подписала, которые действенны на данный момент? Приходит цифра 3. Mi è arrivato numero 3. Bene. Vuoi annullare questi contratti? Хорошо, ты хочешь аннулировать эти контракты? Конечно. Certamente. Fallo, elimina questi contratti, annullali. Хорошо, сделай это. Аннулируй их. Уничтожь. E dimmi come vedi, come metaforizzi questi annullamenti. И скажи мне, как ты это видишь? Как ты метафоризируешь вот эти вот аннулирования этих контрактов? Я не подписываю и закрываю этот лист. Non firmo nulla e chiudo questo libro. Bene, e gli altri contratti? Gli altri A due? другие контракты? Тоже я не подписываю. И он как будто сгорел один контракт, книга Anche закрылась, а третий тоже я не подписываю, и я его бросила в огонь. anche altri due non li firmo, vedo che uno si è bruciato, il libro si è chiuso e il terzo contratto l'ho buttato nel fuoco. Benissimo. Села в огонь. Ho И этот фильм buttato я tutto против. nel fuoco, anche il libro. Adesso che hai eliminato questi contratti, osserva questi cinque esseri, come li vedi? Хорошо, теперь, когда ты уничтожила эти контракты, взгляни на этих пятеро существ. Какими ты их видишь? Мне только показалось, что филеноиду не понравилось. А, рептилоид уменьшился, очень маленький стал. А, богомол тоже маленький.
Felinok maленький и маленький. Al felinoido non è piaciuta sta cosa, il rettile, la mantide e il polpo sono diventati piccolissimi. Adesso vedi come si sono indeboliti già tutti. Ты видишь, какими они стали слабыми сразу? Они смешно бегают. Adesso stanno correndo di qua di là e sono veramente. Только филиноид ходит руками, размахивает. C'è solo felinoide che sta andando di qua di là e muove le braccia così. Говорит опять, опять. E dice di nuovo, di nuovo. Di nuovo cosa? Что опять, опять? Опять разорвали еще один контракт. Hanno annullato un altro contratto di nuovo. E io gli dico, correte, correte. Fatto venire voglia di giocarci un po'. Ты знаешь, из-за тебя мне хочется сейчас поиграть. Anch'io voglio giocare. Bene, chiedi loro se c'è qualcuno che vuole parlare con me. Хорошо, спроси у них, среди них есть кто-то, кто хочет со мной поговорить? Нет, нет. О, но. Perché? Почему это? Они и так понимают, что все закончилось. Capiscono già che ormai è finito tutto. Они начинают искать какие-то порталы, открывать и убегать. Stanno cercando di aprire dei portali e di schizzare via. E А я говорю, стой. io gli dico fermo là. Voglio firmare un contratto. Я хочу контракт составить, Chi me ne подписать. propone uno? Кто из них предложит мне контракт на подпись? Они не хотят. No, non vogliono. Però io sì, voglio firmare un contratto. А я, да, я хочу контракт подписать. Я вижу себя какой-то такой большой, они меня боятся. Adesso mi vedo così grande e loro hanno paura di me. Nessuno quindi vuole farmi firmare un contratto? E что, не хочет, никто не хочет со мной подписать контракт никакой? Нет, они такие разочарованные стоят. No, stanno lì tutti così delusi, Va bene. frustrati. Ok, senti Tamara, cosa vuoi fare adesso con loro, visto che già sai e sapevi che erano comunque in tuo potere? Хорошо, Тамара. Ну что ж, что ты хочешь с ними сделать, так как ты уже и знала до этого, и сейчас ты узнала, что как бы то ни было, они были под твоей властью. Отправить их. Отправить их куда-то. Ti voglio spedire da qualche parte. C'è qualcuno che dice che questi esseri devono essere distrutti. Кто-то говорит, что этих существ нужно уничтожать. Vogliamo fare la prova a vedere cosa succede distruggendoli? Мы хотим, давай проведем маленькие эксперименты и посмотрим, что произойдет, если мы их уничтожим. Я не хочу их уничтожать. Ma io non li voglio distruggere. Sì, però poi possiamo sempre annullare questa distruzione. Да, но потом мы сможем, как бы то ни было, мы сможем аннулировать это уничтожение. Che c'è tanta gente che non capisce che non si distrugge in realtà niente. Просто есть много людей, которые не понимают, что на самом деле ничего нельзя уничтожить. In realtà quella distruzione è un salto frequenziale che fa cambiare dimensione e densità. И на самом деле, вот когда им кажется, что они что-то уничтожили, на самом деле произошел вибрационный скачок, и существо переходит в другое измерение и с другой плотностью. Ecco, gli esseri continueranno ad interferire non appena ristabiliranno un nuovo equilibrio. И те существа снова будут проводить интерференции, как только они достигнут нового баланса энергетического. Quello che vorrei far capire è che per uscire da un'interferenza bisogna solamente prenderne coscienza, dipende da noi, non dagli altri, da noi. То, что я хочу сказать, это то, что для того, чтобы выйти из проблемы интерференции, нужно просто узнать об этом, осознать это, и что все зависит от нас, а не от них, от интерферентов. Comunque, io rispetto la tua volontà, se vuoi lasciarla andare, li lasci andare. Но как бы то ни было, я уважаю твою волю, и если ты хочешь их отпустить, отпусти.
la stessa cosa, alla fine cambiano dimensione. Ведь это одно и то же, потому что в конце концов они только меняют измерение. Ovviamente così per loro il processo è meno traumatico. Но, конечно же, таким образом для них этот процесс будет менее травматичным. Ma l'importante, ripeto, è capire il meccanismo dell'interferenza. Но, повторяю, самое главное – это понять сам механизм интерференции. Solo così si può risolvere. Только таким образом можно решить эту проблему. Beh, dimmi cosa vuoi fare. Хорошо, скажи мне, что ты хочешь сделать? Я хочу их отправить в портал, но я вижу, что Теленой, он не хочет уходить. Он встроенный, но он не хочет уходить. Li voglio spedire attraverso un portale, però vedo che il felinoide non vuole andarsene, cioè sta lì e percepisco che non ha tanta voglia di andarsene. Questo è ovvio, se vuole interferire non vuole andare. Конечно, если он и дальше хочет продолжать интерференции, он не хочет уходить. Tu comunque non li vuoi nella tua sfera energetica, lì vige la tua volontà, liberali e di loro di andare via definitivamente. Ну, как бы то ни было, ты больше не хочешь их присутствия в своей энергетической сфере. В твоей энергетической сфере твоя воля самое главное. Поэтому освободи их и пусть уйдут через портал. Да, все. Все тут. Sono andati via? Хорошо, они все ушли? Sì. Osserva se ci sono altri esseri nella tua sfera energetica e se hai degli impianti. Хорошо, посмотри, в твоей энергетической сфере есть еще какие-то существа? И есть ли в тебе импланты? Посмотри. Дальше показывают пластина на лбу. Anche adesso vedo quella placca in fronte. Di chi è la placca? Чья это пластина? Delle rettili. Perché non l'ha portato via? Perché Почему он ее не снял и не забрал? Perché io non glielo ho detto. allora digli di. Ma digli di venirsela a riprendere. Хорошо, тогда скажи, пусть вернется, снимет ее и унесет. Anche se ormai è inattivo perché lui non è più collegato con te. Даже если эта пластина уже дезактивирована, потому что он больше не подсоединен к тебе. Да, он достал ее уже. Достал и что-то, какие-то нитки достает. Sì, ha tolto questa placca e poi sta tirando fuori dei fili. И в одно вытаскивает из меня какие-то шарики. La mantide sta togliendo da me delle palline. И вышла какая-то дымка, которая принадлежала осьминогу. È uscita una sorta di nebbiolina che apparteneva al polpo. На глазах что-то. C'è qualcosa sugli occhi? Sono una sorta di adesivi trasparenti. Kto? Rettiloide. Продолжай. Я вообще по засыпанной зубы почему-то вижу каких-то серых маленьких очень дыр. Non so perché, ma giù, in basso, vedo dei grigi intorno a me, piccoli. E Что-то бегают туда сюда. stanno correndo di qua di là. А, они собирают импланты. Ah, ecco, stanno raccogliendo impianti. Тоже в животе есть какая-то
interni sgustak. Vedo un grumo nero energetico nel ventre. Allora, io non riesco a capire che cosa Però non riesco a capire di chi è. chiama i responsabili. Вызови ответственного за него. Il drago. Lo prende, lo tira via. Вытаскивает яйца. Lo prende, lo tira fuori e si arrabbia. Злится, да? Матерится. Sta bestemmiando. Сказал твое имя Калоджиро. Ha nominato anche tuo nome, Carlo. Cosa ha detto su di me? Что именно он сказал? Опять этот Калоджиро. Sto calogero di nuovo. Ah, già, quindi mi hanno conosciuto in altre occasioni? А, они что, меня узнали в другом месте, где-то мы с ними встречались? Конечно, они все знают. Certo che sanno tutto. Хорошо. Я вся так свечусь, а внутри таким. Adesso mi illumino tutta da dentro. C'è qualcuno che vuole fare qualche accordo con me? Так что, там есть кто-то, кто хочет со мной какое-то соглашение составить? Нет, они так развернулись вообще, как будто пособирали в чемоданы все это свое, уходят такие, как будто, знаете, ну, хотели подписать что-то, а тут сказали нет, мы отказываемся. No, hanno raccolto tutto, messo dentro la valigetta e poi se ne vanno come se fossero dei capi che rifiutano di fare degli accordi. Как будто провалилось еще одно дело, знаешь? Come se un altro affare è andato in fumo. А мне так хорошо, я свечусь синим цветом изнутри. Это нормально, голубым таким цветом. Adesso sto così bene e vedo che mi illumino da dentro con colore azzurro, blu. È normale? Конечно, нормально. Та хорошо. Come ti senti? Как ты себя чувствуешь? Benissimo. Quando sono andati via completamente sono scomparsi i miei avvisi. Хорошо, когда они полностью исчезнут, полностью уйдут, даже знать. Да, все. Sì, fatto. Adesso con queste nuove condizioni esoteriche controlla il tuo presente e il tuo futuro. Хорошо, а теперь, придерживаясь этих новых эзотерических условий, взгляни на свое настоящее и на будущее. In realtà puoi anche controllare il tuo passato. На самом деле, ты можешь также рассмотреть свое прошлое. Per esempio, torna a quella stanza al buio quando avevi 5 anni, dimmi come la vedi adesso. Например, можешь вернуться в ту комнату темную, когда тебе было 5 лет, и расскажи мне, что ты видишь там сейчас. Ну, вроде как память показывает, знаешь, эту тень, но с другой стороны я ее и не вижу уже. Sì, nei ricordi c'è ancora quel ricordo dell'ombra, però in realtà non la vedo più. Как, знаешь, как два экрана я вижу. Экран с прошлого и экран из будущего, ну, теперешнего, да? Come se vedessi tutto su due schermi, su un schermo vedo il passato e su un altro schermo vedo il presente. Dimmi se in quella stanza al buio hai paura. Скажи мне, в той темной комнате тебе все еще страшно? Да нет, не страшно, просто такое какое-то странное ощущение, знаешь, столько лет они держали меня в страхе, знаешь, и еще видно, я должна распрощаться с этой памятью, скажем так, знаешь. No, non è che provo paura, però mi hanno tenuto nella paura per così tanti anni che dovrei magari eliminare la memoria di questa paura. Они так долго на меня все-таки влияли, знаешь, и пытались. Perché mi hanno influenzata per troppo tempo. Prendi queste informazioni e le butti via. Sei libera di fare quello che vuoi. Ты можешь сделать все, что угодно. Возьми эту память, возьми эту информацию, собери ее и выброси. Да. Sì. Bene. E adesso guarda il tuo futuro e dimmi come vedi da
la tua economia e le tue relazioni sentimentali. Хорошо, а теперь взгляни на свое будущее и скажи мне, каким ты видишь свою жизнь в финансовой сфере, а также отношения, любовные отношения. Свадьбу вижу. Веду матримони. С кем? С моим женихом, но все-таки я помню, что мне надо его еще посмотреть. Матримонио, cioè mi sposo, mio attuale fidanzato, però mi ricordo che dovrei dare un'occhiata su di lui. Voglio una fetta della torta, eh? Я хочу кусок торта. Одеваем кольца, кольца на пальцы одеваем. Adesso ci stiamo mettendo gli anelli sulle dita. Bene, adesso controlla energeticamente sia il tuo ragazzo e tuo figlio. Хорошо, а теперь проведи как бы энергетическую проверку и своего жениха, и своего сына. Жених, он показался, знаешь, какой-то клетки. Сами mio fidanzato mi si è mostrato dentro una gabbia. Запертый в комнате, в клетке. Nella stanza buia, dentro una gabbia. Questo è il suo processo, poi magari se vorrà potrà fare una sessione. Ну что ж, это его процесс, а потом, если он захочет, он сможет провести сеанс для себя. L'importante è che lui lo voglia, lo sappia e lo decida. Самое главное, чтобы он этого желал, чтобы он сам это решил. E adesso guarda tuo figlio. А теперь посмотри на своего сына. Я еще смотрю на жениха, и он стоит, смотрит на меня сквозь эту клетку, держится за нее руками и просит о помощи. Adesso sto ancora guardando mio fidanzato, lui mi sta fissando, sta tenendo le sbarre e mi sta chiedendo aiuto. Chi? Il fidanzato? Sì. Beh, passale le informazioni della tua sessione, sia a lui sia a tuo figlio. Хорошо, передай ему информацию из твоего сеанса, и ему, и своему сыну. Se attraverso la tua esperienza riescono a carpire il meccanismo della loro interferenza, vediamo. Если с помощью твоего опыта у них получится понять сам механизм интерференции, они сами смогут освободиться. Скажи мне, что ты видишь? Да, я вижу, что он вышел из клетки, меня обнимает. Спасибо. Sì, vedo che lui è uscito dalla gabbia, mi abbraccia e mi ringrazia. И вроде как похоже, как на сверток, сверток какой-то, тоже летит либо в пространство, либо в какой-то бесконечности, знаешь, как будто сгорает. Vedo un involucro, sarà un contratto, che vola via nello spazio e brucia. E tuo figlio? А твой сын? Ha paura del buio? Он все еще боится темноты? Сейчас, Un attimo. вот тоже вижу, когда он в комнате, и какая-то тень возле него. Sì, anche a lui lo vedo in una stanza e vedo un'ombra vicino a lui. Chi è quell'ombra? Di chi è? Чья это тень? Уже тоже рептилоид. И он тоже его обволакивает, и так же, как и меня. È lo stesso rettile e sta avvolgendo anche a lui con questi fili energetici. Bene, passa a tuo figlio le informazioni della tua sessione finché possa utilizzarle, se riesce, nella sua situazione. Хорошо, передай своему сыну информацию из своего сеанса, чтобы он смог ее применить, если захочет, для своего освобождения. Это капец какой-то. Володя встал на ноги на кровать,
говорит и уходи. Володя си альцато ин пьеди сул лето или диче вай вия. Está facendo le mosse di arti marziali. Сейчас он просто очень разозлился на нее. Sì, perché si è arrabbiato tanto con questo rettile. Bene, cosa succede quindi? Dai, что происходит? Я попыталась ему объяснить, что агрессия это неправильно, что надо его просто отправить в портал. Io gli ho detto che non c'è bisogno di arrabbiarsi, devi solo spedirlo in un portale. Cosa succede quindi? И что дальше происходит? У нас разборки в комнате. В смысле? В смысле, он еще не готов ее отпустить, хочет ее побить. Non è ancora pronto di lasciare andare questo rettile, lo vuole picchiare. Сейчас мы E попробуем. lui sta è nel suo processo perché la rabbia non fa altro che alimentare e modificare, ma non eliminare l'interferenza. Он пребывает как бы в своем процессе, да, у него свои темпы, свои процессы по осознанию, потому что вот эта вот ярость, вот эта его злость, она подпитывает интерференцию, а не уничтожает ее, не удаляет. Да, все, он успокоился. Sì, adesso si è calmato. И, ну, он, конечно, не ожидал. У него такой еще опыт, состояние шока даже в какой-то степени. Non se l'aspettava di vedere questo rettile, è abbastanza scioccato. Di a tuo figlio di eliminare la rabbia e la paura. Скажи своему сыну, чтобы он избавился от страха и от злости. Да. Sì. Beh, come vedi adesso tuo figlio? Каким ты видишь своего сына теперь? Он стесняется. Да, он по тимиду. Energeticamente lo vedi bene adesso? Но энергетически с ним все в порядке теперь? Да, все в порядке. Sì, tutto bene. Beh, e il tuo ragazzo? А твой жених? Да. Что? Possiamo quindi chiudere la sessione? Хорошо, ну что ж, мы можем закончить сеанс? Да, сейчас только мы эти рептилии отправим. Sì, aspetta che spediamo questo rettile nel portale. Sì. Fatto? Готова? Да, конечно. Sì, certo. Adesso disconnette quindi da tutto e da tutti. Хорошо. Тогда теперь отсоединись от всех и от всего. Io conto da 1 a 3. A 3 sei qui nel presente, completamente disconnessa da tutti e tutto. Считай от 1 до 3 и на счет 3 ты окажешься в настоящем времени. Ты будешь полностью отсоединена ото всех и ото всего. Раз. Senti il tuo corpo che si risveglia. Ты чувствуешь, что твое тело просыпается. Lo senti alleggerirsi. Ты чувствуешь, что оно становится все легче. Lo senti riprendere la sua forza. И ощущаешь, как оно возвращает себе всю свою силу. E la sensazione è stupenda. И это чудесное ощущение. Due. Два. Senti una sensazione di benessere,
e di pace in tutto il corpo. Ты ощущаешь благосостояние и покой во всем своем теле. Три. Открой глаза. Привет. Привет. Я все помню. Mi ricordo tutto. Come ti senti, Tamara? Как ты себя чувствуешь, Тамарочка? Как ты знаешь, как будто я побывала в фантастическом... Не, как во сне побывала, знаешь, как во сне. Ну, нормально. Come se fossi stata dentro un sogno, però bello. In realtà, stare in ipnosi è stare in un sogno. На самом деле, пребывать под гипнозом – это как жить во сне, быть во сне. Si fa tutto in onirico, in eterico, in esoterico, in astrale, chiamalo come vuoi. Потому что все это делается как бы на астральном уровне, на эзотерическом, на энергетическом, эфирном. Называй как хочешь. Впечатление, так это все было размыто почему-то. Это тоже нормально. Però Нечеткая картинка, нечеткая. non avevo le immagini proprio nitide, è normale. Sì, questo dipende dalla capacità ipnotica di ognuno. Да, это зависит как бы от способности каждого человека фокусироваться. Benissimo. L'audio è quello che è stato, diciamo, il problema della sessione realmente. На самом деле проблемой в этом сеансе был только твой звук. Perché il tuo è troppo basso. Потому что было не очень громко слышно. Ho dovuto alzare il mio microfono per ridurre il volume. И он говорит, он поднял микрофон, чтобы у него слишком громкость не была высокой. Il tuo però è rimasto alto, Giulia. Дай, l'ho messo a metà? Ma E forse è cioè, meglio, la cioè. prossima volta forse è meglio alzarlo il microfono. Perché forse si automaticamente si regola Ok. il tuo. Va bene, non so, io ti chiedo se vuoi che si pubblichi la tua sessione. Ты хотела бы опубликовать свой сеанс? Да, только хотел закрыть. Sì, però coprite mille volte. Beh, cercherò di vedere se posso sistemare l'audio, altrimenti vedremo. Хорошо. Он посмотрит, сможет ли он как-то отрегулировать звук для публикации. Хорошо? Хорошо, да. Bene. Dai, ciao Tamara. Ah no, che ciao, aspetta, aspetta, rimani in linea. Погоди, погоди на связи. Ciao. Ciao.